В эти выходные любители баскетбола поддерживали вторую мариупольскую команду, которая сыграла матчи в первой лиге. Подопечные Владимира Маширы мерились силами с клубом «Восток». Субботний матч прошел с большим преимуществом мариупольцев. Наши ребята разгромили противника с разницей 58 очков, 120-62. Второй поединок тоже проходил под аккомпанемент нашей команды. Гости пытались играть на равных, однако мариупольцы и в этом противостоянии с легкостью обыграли противника. Матч молодые баскетболисты Владимира Маширы завершили яркой победой с результатом 104-64. Следующие матчи «Мариуполь-2» проведет с командой из Краматорска. Борис Яковенко, информационная программа «Зеркало».